Друзья, всем привет! Сегодня я решил снять для вас ролик по инженерной геологии, а именно о аллювиальных отложениях. Дело в том, что в том месте, где я нахожусь, здесь их очень много. Вот сзади меня течет река Лаба, и она выносит все это с гор, с Кавказских гор сюда. И вот тот поселок городского типа, который здесь построен, он практически полностью стоит на таких грунтах. И в принципе это вот в предгорьях или дальше в районе таких рек такие отложения, они распространены. К сожалению, туда дальше, близко к реке, мы подъехать не сможем, потому что здесь прошли сильные дожди, и тут течет речка. Вот там вдалеке, вот там раньше была дорога, но вообще она в принципе сейчас есть, но там речка, поэтому мы туда не поедем. Постараюсь подъехать где-то с другой стороны. Что же такое аллювий? Ну вот в данном случае это вот такие разные окатанные камешки для вас, разного минерального состава, разной фракции, разных размеров. Выше по течению туда, к горам, камни они и обломки, эти они крупнее, но все равно они окатаны. Что происходит? Вот если видите, речка мутная, это потому что в горах шел дождь. А так вообще она такого голубого цвета, а выше в предгорьях вообще прозрачная. Вот все то, что разрушается, все то, что сносится с гор, постепенно переносится к подножию, к равнине, и, собственно, это все окатывается. Здесь мощность этого аллювия составляет примерно метров 10. Назвал этот раздел «Мотомеханика грунтов», потому что, как вы видите, проехать сюда, ну, на машине-то можно, но вот я передвигаюсь на таком транспорте. Все места, конечно, интересные. Так вот, возвращаясь к аллювию. А здесь это основной строительный материал для бетонов, которые... Цемент, кстати, здесь более такой темно-серый, потому что он из Новороссийска, и он отличается от того цемента, который, например, привыкли видеть в Петербурге. В Петербурге чуть светлее, здесь очень темный. Ну и вот этот аллювий, его здесь везде добывают, хотя вот в этом поселке уже карьеры все заброшены, и дробильно-сортировочный завод тоже не работает, потому что эти карьеры открыли ближе к Краснодару. Ну и сейчас, конечно, все гонят на Краснодар. Какое-то время даже там на речке непосредственно добывали этот щебень, этот гравий, этот аллювий, и везли на дробилки, там чековые дробилки разные дробили, и, собственно, использовали в строительстве ну, там, домов, зданий и так далее. К нам в центр испытаний грунтов иногда обращаются там заказчики с просьбой, там, вы сможете испытать нам крупнообломочный грунт. Ну, конечно, там вот таких окатышей, конечно, нет, но тем не менее можете испытать нам крупнообломочный грунт, например, определить характеристики Фи и Це. Конечно, нет. Почему? Потому что диаметр кольца у стандартного прибора, ну, там 87, там 70, ну, то есть вот такой диаметр. А если мы даже возьмем, ну, вот такую фракцию, если видите, да, то есть это, ну, просто нереально засунуть в кольцо. Ну, вот у Геотека есть и стабилометр большого диаметра, и сейчас появился еще срезной прибор. Они, конечно, стоят больших денег, но есть у некоторых такие приборы. Например, в МГСУ есть большой стабилометр, и они как раз и проводят испытания крупнообломочных грунтов. Но чаще всего это для гидротехнического строительства. А как испытания эти делают? Обычно проводят испытания либо заполнителя, и по там различным теоретическим методикам вычисляют уже прочностные характеристики всего вот этого отложения. Ну, еще раз повторяю, что вот этот аллювий, то есть это аллювиальные грунты, это грунты, которые с гор перенесены водой близко, точнее, перенесены с гор течением куда-то ближе к равнине, и здесь они представлены вот такими обломками. Тут надвигается дождь, я постараюсь подъехать поближе к большой воде. Может быть, там подъеду еще с моста, там посмотрим. Вот, ну вот там тучи, не знаю, успею, не успею, но в общем постараемся.
дул сильный ветер, холодно, поэтому я оделся. Там у меня такой дача стайл, просто цен там и не пахнет. Ладно. А вот сзади меня это как раз река Лаба. Я тут нашел какой-то заброшенный мост. Я о нем, если честно, не знал, но я тут мало мест знаю. Вот. А, ну вот, решил вам снять. То есть эти все обломки деревья, они выносятся оттуда вот с гор. Сейчас покажу сзади. Горы там. Там сзади горы. Вот. Ну и обломки разных размеров, в том числе и песок. Здесь песка тоже много. Воды в этом году очень много, потому что дождливое лето, и вот она такая полноводная. Короче, она тут меандрирует туда-сюда, но вообще это долина. Вот там гора, с той стороны гора, это долина, и все это выносится сюда, вот это люди. Сейчас буду использовать ноу-хау, два телефона, один с картами, один на записи, потом это смонтирую. Итак, вот сейчас мост, я вот здесь приближаю, вот он этот мост. Зачем этот мост был? Значит, мост построили для того, чтобы возить гравий, то есть добытые вот этот алювий с карьеров, вот они карьеры такие прямоугольные, они уже заброшены, через реку вот сюда на дробильно-сортировочный завод. То есть он вот здесь расположен, вот он, и здесь то же самое. А также здесь вот на карте мы посмотрим тоже карьеры. Завод уже обанкротился, и в общем карьеры просто заброшенные, там кто-то нелегально ловит рыбу, проезд туда официально запрещен. Ну, как бы частная территория. А вот. Честно говоря, я не знаю, не нашел пока. Не нашел. Небольшой форс-мажор с камерой, но упала из-за ветра. Я координаты скину, если кто-то найдет, напишите, пожалуйста, какого года эти снимки. Вот, у меня это Google. А, кстати, здесь на экране-то видны координаты, но я потом их отдельно скину. Не нашел, какого года снимки. Вот посмотрите, здесь мост еще соединяется с берегом. А когда вот я приезжал, там уже берег размыл, и там размыло берег, ну, примерно метров на 10-15. То есть можно вот посчитать, как быстро размывается берег в случае отсутствия защиты. Это вот ребята, мостовики, которые у нас есть, студенты строительства уникальных зданий, сооружений и автомобильной дороги. Вот, вам это, по-моему, крайне полезно и интересно будет. Вот эта вот вся защита береговой зоны, вот устои моста, что будет, если этой защиты не будет. Мост признали аварийным где-то в нулевых, наверное, ну, в общем, его закрыли. Ну, это был чисто такой технический мост, белазы там ездили и возили вот этот край. Вот, ну, еще раз, с меня так, блогер, я не профессиональный, так себе, квадрокоптера нет, да и, как вы знаете, летать сейчас нельзя, хотя, ну, здесь можно было, наверное, что-то снять, но что-нибудь там постараюсь придумать в последующее для того, чтобы показывать вам еще плюс сверху то, что есть сейчас.
Ну и тогда, когда я там был, там, конечно, был большой ветер. Ну, в общем, вот здесь разные такие вот. Хорошо видно русло. Русло меняется. Вот, что Хоть, что Лабаш, что другие реки подобные. Вот, меняется русло в пределах поймы. В один год течет по одному, в другой год течет по другому маршруту. И перемещается, меандрирует и так далее. Ну и все это выносит. Там выше по течению встречаются разные породы. Это известняк, это песчаник, это даже мрамор. Мрамор, кстати, здесь разный попадается, от белого до красного. Это все то, что выносится с гор. И еще здесь есть, это вот река Белая, там в верховьях есть такой парк аммонитов, по-моему, называется. То есть там огромные аммониты. Ну и на Ходзе, в верховьях тоже находят аммониты. То есть это вот круглые камни, если их распиливаешь, там вот эта древняя ископаемая ракушка. И я тоже здесь находил, ну не на Ходзе, а на речке Бугунжа. Туда я постараюсь тоже съездить, показать там небольшой водопадик. Ну и как вот маленькая речушка вымывает, выполировывает себе русло. И там, кстати, я вот в огромной глыбе такого глинистого грунта нашел тоже какую-то древнюю окаменелость. Ну, вообще их тут много. И еще вот на речке Белой тут иногда находят кости мамонтов. И в городе Белореченск, откуда я родом, в музее хранится большой позвонок ихтиозавра. То есть это древний динозавр водяной. Вот, где-то рыбаки какие-то нашли, притащили его. Такой огромный. Сейчас покажу вам еще одну речку. Эта речка называется Хоть. Я вот сюда приехал. Я вот когда записывал видео на мосту, там был сильный ветер и часть проразрушенную часть. В общем, там на видео ничего не слышно, поэтому я здесь сейчас допишу вам про мост. Ну и здесь постараюсь вам тоже показать. Вообще, ну, такая интересная особенность у этих рек. Они меняют свое русло в пределах поймы. То есть вот сейчас я спущусь здесь и переключу камеру, спущусь и покажу, где расскажу, что где было и как. Потекло. В прошлом году речка была здесь. Вот тут осталась небольшая лужица. Там даже есть рыбки. Не знаю, вам будет видно или нет. В общем, вот там рыбки плавают. А вот они тут остались. Такие лужицы. Вот. Ну, в общем, речка текла здесь. Здесь вот обрывистый небольшой бережочек. И после обильного выпадения осадков речка ушла вот туда. Сейчас мы к ней вернемся. Сейчас мы к ней подойдем. Ну вот, вот это бывшее русло. Да, вот этот берег. Вот так выглядит тут разрез. Сейчас я подойду, светит солнце. Сейчас тень. Чтобы было лучше. Ну вот он. Вот этот вот такой алюви тут. То есть это все наносы реки, где-то крупнообломочные, где-то вот такие похожи на какие-то субпесчаные грунты, песчаные. Также здесь есть песок, сейчас мы к нему подойдем. Ну вот тут такой суглинисто-песчаный грунт, болото. То есть это те места, где либо большая глубина, либо течение по каким-то причинам останавливается. Вот тут даже есть следы цапли. Вот, вот они, раз, два, тут цапли ходил. Где-то есть песок. Вот, ну, вот тоже видите, такие трещины тут красивые. Вот когда я студентам рассказываю, точнее, веду курс механики грунтов, я прежде всего начинаю с терминологии. Вот все, ну, многие говорят неправильно место осадки, говорят усадка. Вот здесь пример усадочных трещин. Видите, вон такие огромные трещины тут из-за того, что высыхает. А когда вся эта часть высохнет, то будет примерно вот так. Вот такие трещины.
Ну, сейчас пойдем к речке. Вот еще характерная особенность, это завал из деревьев. Эти деревья приносятся отовсюду, и где-то они тут застревают, и вот такие завалы. Там вот мост еще, вдалеке мост, ну и там тоже на мосту, на большом, котором на Лабе я вам показывал, они создают, ну, такую, для мостовиков вот полезно будет, неприятность, потому что там забивается все, могут помять даже опоры какие-нибудь, если стальные, ну, не моста, а каких-нибудь там путепроводов, каких-нибудь газопроводов, например, и так далее. Вот везде эти, видите, даже еще там где-то зеленые есть ветки. Ну вот тут основное русло сейчас здесь, в Ходзе. Вот он так здесь течет. Ну а когда половодье, тут все это заполняется водой, вся пойма. Вот там мой стальной конь стоит. Ну, как видите, тут все вот в завалах. А вот и песок. То есть он такой мелкий, где-то полеватый. Ну, иногда полеватый встречается, такие с глинистыми частицами. Здесь он мелкий, просто сверху корочка. Сейчас. Чистый, помытый песок. Если вам надо что-то такое построить, можно отсюда взять. Вот он. Опять здесь была яма, здесь течение воды не такое сильное, поэтому он здесь оседает. Тут, я не знаю, камера передает или нет, но вот тут было понижение такое, вот то старое русло, куда я к вам пришел. Но опять же, здесь вот еще влажность, влажный грунт, потому что недавно здесь текла вода, были дожди. Ну вот когда-то речка, она поворачивала вот отсюда. И вот так вдоль берега туда уходила. А сейчас вот туда ушла. Причем таких рукавов может быть несколько. То есть даже вот сейчас, по-моему, там в конце еще, вот там, вот тут, возле того берега, там тоже сейчас русло. Ну вот видите, тут мелкая галька, там крупные камни. А я поеду еще выше по течению. А там как раз можно будет посмотреть большие такие валуны, более крупные обломки. Здесь вот они все окатанные, как и там на Лабе, потому что мы здесь ниже. Это все выносится, перекатывается, вот на таких перекатах окатывается, и мы получаем такой вот красивый алювий. Ну вот опять же везде завалы. Подобные реки очень опасны, потому что людей вот затягивают вот примерно вот сюда. Какие-нибудь деревья, бревна валяются, здесь большая глубина, если большое течение, то может просто сюда затянуть и запутаться. Ну то есть здесь таких смертельных случаев было много. Ну не на этой конкретной речке, конечно, это хоть она маленький, но в период половодья и здесь тоже. Но вот на большой Лабе там, конечно, это более опасно. Так, ну это вот маленький рукав, а там выше, смотрите, течет тоже русло. Вот здесь камень чистый, и тут можно вот видеть разноцветные разные камни. Все, что с гор выносится, все идет сюда, вот они. В общем, жарко очень. Чуть попозже там будет прохладно. Поеду в верховье Ходзе, потому что там к Лабе, ну, далеко ехать. А на Ходзе можно показать вот эти большие крупные обломки, о которых я говорил. Я уехал вверх по Ходзе на 15 километров, и сейчас вот
чуть-чуть здесь покажу, какие обломки здесь крупнее, что здесь встречаются и там различные породы. И еще насобирал вам интересных камней, чуть-чуть расскажу о них. Там, может, кому-то понравится, понадобится, вышлю почтой. Так, начну с камней. Тут попадаются такие интересные экземпляры. Если видите, вот здесь выемка, вот здесь. Здесь уже отверстие, и здесь вот тоже камешек. Если его убрать, здесь тоже будет отверстие. Ну, здесь они называются камень куриный бок. Считается, что он приносит какую-то удачу. И, в общем, получается достаточно просто. В какие-то мелкие каверны попадает вода с песочком, закручивается, ну и таким образом формируется отверстие. Здесь есть, видите, он такой уже был немножко пористый. Но это известняк, он быстрее разрушается. И вот этот камень, я его смочил, это такой вот природный бетон. Если посмотрите, здесь есть разные крупные включения, такого что-то вроде конгломерата. И вот это, если честно, не знаю, он похож на какое-то вулканическое стекло. Может быть, это кремний такой. Вот если геологи какие-то у нас есть, ну или попрошу Марию Борисовну, чтобы она посмотрела, где-то напишет в комментариях, что это за порода. Они встречаются здесь много, вот оно такое стекло, мне кажется, вулканическое стекло. Я могу ошибаться, я не совсем геолог, к сожалению, хотя, мне кажется, ну, геотехнику, геологию нужно хорошо знать, но тем не менее. И еще вот один потерялся, вот такой кругляшок. Вот. Ну, как видите, это все лежит на кусочке такого известняка. И сейчас похожу, покажу, какие здесь есть крупные обломки, более крупные камни. Ну, вот здесь, в 15 километрах, здесь, видите, уже обломки большие есть. Их много, их больше и разные. То есть, вот это белый, это известняк. Здесь, вот, кстати, тоже вот большая глыба такая. Это вот то, что я говорил, как, то ли кремний, то ли вулканическое стекло. Не знаю до конца. Вот, есть вот такой причудливой формы разные камни. Ну, вот машина по речке поехала. Да, вот, кстати, вот, вот этой речки здесь в прошлом году опять же не было. Основное русло было вот там, возле того берега. Ну, и здесь тоже очень много коряк. То есть тут вот песчаник встречается, вот он. И вот тут разные. Потому что здесь уже можно найти что-то, ну, интересное, там пособирать какие-то камни, если кому-то нравится. То есть там выносятся мелкие, они обычно, ну, одного цвета. А здесь вот он большой тоже известняк. Если вам нужно в саду дорожки сделать, приезжайте сюда. Вот тут похоже что-то на мрамор. Вот это красный. Вот здесь известняк тоже. Тоже, в общем, много. Много всего. Вот оно так все здесь выглядит. Ну, вот такая же речка. Вон там. Шлем. Уже часть ролика смонтировал. Получилось 20 минут. Поэтому, ой, здесь буду по-быстрому. Сейчас еще, наверное, ну, либо сегодня, либо какой-то другой день скатаюсь. Так, друзья, чего не сделаешь ради вас? Пойду в другую сторону. Хотел переехать, но, в общем, не поехал. Пошел, пешком. Здесь хотел тоже вам показать. Вот тут нанесло деревьев. Вот такие завалы. И сразу тут вот песочек. Такой глинистый грунт. Ну, глина, как ее там местно называют. Вот тут такая косая речка была вот здесь. Вот мы вот купались вот возле этого дерева. Там была яма хорошая. Сейчас все мелко. И берег вон завалило. Там сейчас тоже туда пройду. Вот эта часть берега просто обвалилась. Вот здесь берег где-то вот здесь был. И тут было глубже. Ну вот тут
тоже можно посмотреть. Это все русловое алюви. Здесь сверху, там где кое-где есть почечно-растительный слой небольшой, там мы мелкие, здесь вот более крупные, но тут речка текла. Вот. Опять тут мелкая фракция. Вот, а вот в основном русле там уже покрупнее. Ну и там дальше. Чуть отъехал от того места, где я снимал, вот видите, сзади меня огромные глыбы, это мрамор, он тут не очень такой красивый, ну, в общем, сейчас покажу, зачем здесь этот мрамор. А вот это маленькая речушка, и вот тут, что она делает с дорогой. Тут, видите, много набросок, каменные наброски, плиты, железобетонные какие-то элементы, все тут бросают. Это все смывается, утаскивается. И вот где стоят вешки, сейчас я приблизу. Вот видите, вешки, там дорога уже. То есть там буквально вот обочина это уже. Вот эта речушка тут все это размывает. Ну, конечно, не сейчас, а в период половодья. Вот как бы береговая защита. Но ее тут практически нету. То, что набросали когда-то вот эти мраморные глыбы. Ну, они постепенно тут... вываливаются, разрушаются, привозят какие-то бетон ненужный, вон там плиты лежат, все это сбрасывают тут, это все валится, валится, и все. Ну вот здесь речка имеет изгиб, то есть вот там дальше я был, вот она здесь идет и круто поворачивает, вот поэтому тут такой размер. А вот такой мрамор. Ну, насколько я знаю, его здесь не добывают, потому что он не очень хорошего качества. Он трещиноватый весь. Но, в общем, если кто-то хочет себе комнату отделать мрамором по дешевке, можете приехать сюда. Так, друзья, сегодня заключительное видео. Я вот приехал к водопаду. А здесь вы видите очень много обломков. И вот здесь можно найти эти аммониты. Вот я здесь как раз на этой речке нашел. Это губс. Сейчас покажу бурун. Тут много известняка. А также попадаются вот такие глинистые. Сейчас покажу их. Вот они, глинистые. Как... сланцы, не сланцы, может быть, просто твердые в глины, в которых как раз таки можно найти аммониты. А вот здесь тот самый бурун, водопад. Ну вот на этой речке тоже алюви, но немножко другой, конечно, потому что здесь перемешиваются обломки известняка, которые выходят на поверхность, и глины. Если я не ошибаюсь, это майкопские глины, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется так, они голубые. И как раз в этих глинах и встречаются различные окаменелости, аммониты. И вот я пойду сейчас попробую пройти по речке и найти эту глыбу, где я откопал. Сейчас переключу камеру и покажу вам, ну, чуть-чуть вот как тут это выглядит, вот такие обломки интересные. И, по-моему, там вот один лежит огромный круглый камень. Вот мне кажется, что это аммонит. Вот они, их тут много.
встречается, да, и они прям круглые-круглые, и если еще один такой найду, покажу вам. Вот этот камень, он такой более круглый, песчаник, похож на песчаник, а остальные здесь вот глины, вот они, я уже вам показывал, известняк в основном, и вот там красиво упала такая глинистая глыба, вот она. Вот они, видите, тут слоистые. Вот, что тут делают. Ну, в общем, вот они. То есть так-то они похожи на камень. Вот, ну, вот такими чешуйками растрескиваются. А что здесь было, не знаю. Что-то как будто водой все подмыло, и он съехал. Хотя там что-то, какое-то производство какое-то. Не могу сказать. Ну, бурун, это водопад. Он образовывается стандартным способом, когда у вас есть твердые породы. А тут тоже слоистые, видите, такие слоистая глина. Очень твердая. Даже может быть как глинистые сланцы. Вот. И вот здесь тут песчаник где-то встречается. Вот. Ну, тут. Ой. Жмыти скользко, тут еще мутная вода, ничего не видно. Иду на ощупь, вот тут с ботинками. И еще у меня шлем сзади. Вот сейчас я попробую тут вам показать. Ой. Вот тут эти глинистые грунты. Вот я не пойму, либо это размыло так сильно, потому что тут прям много, либо что-то тут делали. Ну, вот так это все выглядит. Ну, вот тут если покопаться, можно что-нибудь найти. В общем, похоже, что это все размыло так. И тут вот внизу я иду, где начал штаны, тут как раз таки все эти перемешку, глинистые грунты и обломки песчаника. Ага, друзья, вот, кстати, вот по-моему отсюда я выковыривал в прошлый раз, видите, вот она как специально для вас, вот эта глыба такая, а вот здесь тоже вот круглый камень, вот он, и вот там, а это вот их тащит отсюда, мне кажется, что это аммонита. Вот, я могу ошибаться. Вот тут какая-то вот внутри, видите. А вот это точно, это я выковыривал его в прошлый раз. Вот, его нашел. Специально для вас пришел, чтобы вам все показать. Ну вот. Короче, вот здесь встречаются. Вот тут тоже вот такие, такого типа камень. Вот он такой, полукруглая форма. Есть прям вообще их красивые. Очень, ну, окатанные такие. Вот. Оно видно, что он соединяется. Ну, тут тоже какие-то есть интересные отверстия. Ну или вот, тоже он практически круглый. Вот он такой вот, даже треснут. Можно его попробовать расковырять, но не уверен, что получится. А, и вот тут тоже спрятался огромный. Вот он, кругленький. Вот таких кругляшей. Ну, много, люди их себе забирают перед двором. Ну, в общем, вот сейчас я его обойду. Вот он. Может быть, это пришельцы оставили. Не шутка, конечно, но очень, прям почти идеально круглый.
Короче, он тяжелый. Его можно было молотком постучать, потому что он трещиноватый. Я с тобой не взял. Вот. То есть это вот тут. Это на самом деле глина. Похоже, что это каменные породы. Но вот они выходят на поверхность. Просто они твердые, как сланцы. Вот если видите, здесь ориентация слоев вертикально вверх. То есть вот они, прям вот видно слоистость. Вертикальная, как-то геологов это называется, там синклиналь, антиклиналь. Вот, и это все было отполировано, но сейчас все, видите, поменялось. То есть там просто обломки, ну, выходят вот эти глины. Вот они, вертикали наверх. Ну и здесь они выветриваются. Вот тоже такой хороший пример выветривания. Вот, то есть, вот я тут стою на камне, он как будто камень. Вот дальше отходим, вот что с ним происходит тут. Ну вот он распадается потом на мелкие частички. То есть это все вот обломки. Вот если мы в воду это кинем, мы, конечно, размокнем. Ну вот тут такие места. Вот тоже красиво, вот смотрите. Набухают. Вот чуть-чуть от воды. И расшелушиваются. Ну и ориентация слоев вверх. То есть они должны быть горизонтальные, но из-за процесса горообразования. А здесь вот наверх, вот тоже видите, шелуха. Ну и в общем тут сложно так. Ну вот там, где водопад, там известняки. И потом опять вот эти глины. И получился водопад. Ну вот тут берега такие крутые, тоже глины. То есть вот они тут слоями тоже падают. Ну и там аналогично на том берегу. Друзья, уехал на 40 километров от поселка. В общем, попал под дождь, я весь промок. Вот сейчас буду выжиматься. И сейчас дождь идет, спущусь пониже к реке. Ну, то есть примерно 40 километров. Сейчас я отъехал, ну, километра 3, наверное, дождя почти нет, а там ливень сильный был. Сейчас спущусь и доснимаю вам концовку. Я промок. Пока я хотел съездить в другое место, но, в общем, пока ехал, там пошел дождь. Вот сзади, если видите, все темень такая, это идет дождь. Вот буквально тут, ну, километров, наверное, 10 я вот промок. Приоделся немножко, здесь дождя пока нет и тепло. Вот, мотокуртка еще едет, заказал, едет, поэтому я в своей спецовке. Друзья, я надеюсь, вам понравилось то, что я вам снимал. Ну вот не получилось у меня пока в рамках этого ролика, потому что он получился и так достаточно длинным, съездить на небольшой водопадик. Но я постараюсь еще съездить туда в другой раз и отдельным роликом небольшим снять то что я хотел. Это как вот этот отполированный известняк, который речушка выполировывает, небольшой водопадик. Ну, конечно, здесь водопады есть красивые, большие, там Водыгей, но вот в этом месте не так много. Ну, наверное, в горах где-то можно найти. Ну, если еще поеду куда-то подальше, там, другие места, постараюсь вам тоже в рамках второго ролика что-то доснять. Что хотел сказать этим роликом? То, что инженерная геология, на мой взгляд, очень важна, особенно, ну, для геотехников, да, вот, чтобы понимать генезис грунтов, их происхождение. Потому что часто за отчетом, просто за какой-то штриховкой или характеристиками, мы не видим каких-то особенностей, которые могут впоследствии проявляться. Вот, например, мы проводили испытания на обучение, и по характеристикам грунты, ну, практически одинаковые, там мягкопластичные и суглинки. Но одни были слоистыми с прослоями песков, другие без. И получается такое интересное явление, что те, которые с прослоями песков, они сильно пучинистые, и лед образуется прослой как раз вот в прослойках этого песочка. А глинистые грунты и суглинки, которые без прослоев, они практически не пучинистые, хотя по характеристикам у них там, ну, они идентичны. Число пластичности, показатель текучести, плотность, влажность и так далее. Вот особенность. Как бы по характеристикам одно, по факту получается совсем другое.
Ну и, конечно же, вот понимание грунтов еще на микроуровне тоже очень важно, на мой взгляд, при проектировании закрепления грунтов. Вот все там закачивают цемент, а как вот на микроуровне он взаимодействует, эти само цементное вещество, и насколько это, ну, скажем, в перспективе прослужит, да, что не распадется ли это соединение цемента. Особенно это, конечно, для глинистых грунтов. С песками тут все просто. Вот. Ну, надеюсь, вам понравилось. Смотрите, читайте канал. Если есть какая-то информация, можете поделиться. Всем пока!